Всем привет! Да, нетипичное название ролика для канала Диван Концерт. Распаковка. Это как бы вроде мы не обзор гаджетов, ничего и так далее. Обычно стримы, какие-то видео, да, нарезка из эфиров, песни. Но дело в том, что приключилась одна история, удивительная совершенно недавно. Сейчас я быстро расскажу. Мне какое-то время назад написала девушка, я так понимаю, что... Светлана ее зовут. Я так понимаю, что она большая поклонница жанра мюзикл в том числе. Вот, пишет, а как вам можно передать подарок? Я думаю, так, интересно, передать подарок. Я говорю, ну, в общем, договорились, какой передать день, где я буду, что я играю в МДМе в этот день. Вот, мне служба зала передает подарок. Значит, пакетик, в нем коробка. Я пишу, ну, спасибо большое, я посмотрю, после спектакля попозже посмотрю. И она пишет, хорошо, одно условие, пожалуйста, заснимите обязательно распаковку. Вот, я думаю, ну, прям что-то интригующее очень. Вот, я, значит, на следующий день в итоге получилось, снимаю распаковку, все это дело открываю, и, конечно, это было очень неожиданно, и вот почему я решил видео здесь разместить, потому что это напрямую связано с проектом «Диван Концерт», и это было очень приятно. В общем, посмотрите, как это было, и реальные живые эмоции. Так, вынимаем из пакетика. Вот тут... Прямо, ну, нагло, вот так вот, совершенно варварски. Да, тебе тоже интересно, да? О, малыш. Так. Интересно. Интересно, что это? Ножницы. Пойдем за ножницами. Ножницами мы уже воспользовались. Вместе с Тёмой. Так. Мамочки, это что такое? Что это такое? Это какая-то кружка? Мамочки, да боже мой. Ага. Ух ты. А, кстати, у меня была такая мышь. Ну, сейчас я пока еще не знаю, пока что это. Чайничек, кружечка, ложь, какой-то набор. Тёма, подожди, аккуратно. Ё-моё. Так что мы тут открываем вдвоем. С прекрасным щенком золотистого ретривера. О, мамочка. Это очень аккуратно замотано в несколько слоев, да? Так. О, блин, вот это круто! Я еще сначала думаю, неужели мне показалось? Обалдеть! Вот это подарок! Тём, ты видишь, что происходит? Блин, эта кружка, это просто уникальная. Это будет теперь центром эфиров. Вот это да, спасибо огромное. На полу, на диване, на сером, на, прям на моем диване с микрофоном. Мать честная, вот это да. Вот это спасибо. А это еще не все, это еще закрывается. А это еще... Еще тут специальная обалдеть, с логотипом! Ну все, фейерверк. Кстати, давно не было эфиров. Пора снова делать. Лето кончилось. Надеюсь, все уже в Москве. Блин. Вот это просто мега. Спасибо. Я прям не ожидал. Это очень круто. Ура! Тёма, тебе понравилось? Ему понравилось. В общем, вы все увидели, было, правда, очень неожиданно, здорово, еще раз спасибо Светлане, и я подумал, что давно действительно не было эфиров. Следите за анонсами, я надеюсь, что в конце сентября мне будет очередной гость, здесь же на диване, попоем песни, поболтаем. В общем, подписывайтесь на канал, ждем новых стримов, новых гостей, всем удачи!